Комплект Surfboard Foil Board Liquid Force Rocket 4.8 и Foil Liquid Force Glider 125. Доска имеет универсальное крепление для установки фойла, но при этом можно установить и плавники, чтобы кататься там, где мелко. Закладные по 3 петли, общий вес около 4,5 кг. Композитные крылья из карбона комплектуются чехлами, переднее крыло 1250 и стабилизатор 370, то, что надо для расслабленного страпля скатания и эффектных карвинговых разворотов. Удлиненный фюзеляж под сменную мачту можно настроить как для фрирайда и серфинга с кайтом, а если не дует, то использовать за катером, установив более короткую мачту. Комплект стабилен, легко выходит на крыло уже на небольшой скорости. Глайдер 1250 для своего размера хорошо пампится. На тестах была мачта 91 см с быстросъемной площадкой. Это, конечно, удобно, но для себя я бы выбрал обычную, которая, на мой взгляд, будет надежнее.